раннее утро на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. В павильоне коневодства представлено 130 лошадей различных пород. Час прогулки лошадей. Чистокровная арабская порода. Жеребец Негатив и его сын Набор выращены на Терском конном заводе. А днем лошадей выводят для показа многочисленным посетителям. Чемпион выставки зонт второй донской породы. Чемпион выставки символ буденновской породы. И символ терской породы, которому присужден аттестат первой степени. Тяжеловоз владимирской породы Графчик, чемпион выставки. Тяжеловоз советской породы Лабан. Чемпион выставки Сатир на испытаниях вывез груз весом более 15 тонн. Горячие, быстрые, породистые скакуны. Вятская тройка.